Сообщение о пожаре в двухэтажном трехквартирном доме номер 35 по первому переулку Попова в Ленинском районе Ульяновска поступило в 11 часу дня. Соседи заметили закопченные окна и сразу вызвали спасателей. Очаг возгорания находился в бытовом помещении на первом этаже. Пожар был полностью ликвидирован уже через 15 минут. В тушении было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники. По месту прибытия по пожарному подразделению было обнаружено горение на первом этаже. В ходе тушения было обнаружено 4 пострадавших, у нас на втором этаже. Причина на данный момент устанавливается, будут проведены соответствующие экспертизы, тогда есть там причина точная. Жертвами страшной трагедии стала семья с малолетними детьми. В доме были обнаружены трупы родителей и их детей, девочки и мальчика дошкольного возраста. Неофициальными версиями уже назвали короткое замыкание, утечку бытового газа и неосторожное обращение с огнем. Однако что же стало причиной гибели целой семьи, предстоит выяснить правоохранителям. Как стало известно, администрация города взяла на себя расходы по организации похорон.